На стенде арт-саквояж. Мне кажется, у нас с вами общая любовь вот к такому цвету. Да. Можно я его у вас достану, покажу? Смотрите. Я не знаю, как он называется. Пыльно-розовый. Или это... Или грязно-розовый. Это продукция компании МС. Это Испания. Шикарное мерсеризованное кружево, сделанное из тончайших нитей. И новинка этого сезона – киперная тесьма такая. Можно вариантов исполнения и применения до бесконечности. Узнаем. Вот это мой самый любимый цветовое сочетание. Вот. А еще в этом цвете есть тоже испанский аксессуар, называется помпончики от компании CMM. Смотрите, пыльно-розовый в тренде. Серж, сними, пожалуйста, посмотри, какая красота, какая цветовая гамма. Да. Метр семьдесят. Красота. А еще. Слушай, это тесьма под ножницы. Да это ножницы под тесьму. У нас что-то любовь такая в компании Гела к нежно-розовому. Наверное, в преддверии 8 марта. Смотрите, все хиты, которые у нас продаются, они все нежно-розового цвета. Милости просим, ножницы шарпист. Прошу любить и жаловать. Да. Классная сталь.